Салям Дустар, с вами ваша казашка, Сарбас, с вами Вероника. Надеюсь, вы, наверное, просто удивляетесь, то, что сегодня аж 3 реакции я выпустила, но так как я очень долго меня не было, я решила сделать так. Сегодня сейчас реакция будет на Зирузу. На самом деле, я уже давно сняла реакцию на Зирузу на клип «Жалома», но я не смогла ее выложить, потому что как бы она у меня еще из старых, она в конце. Я ее выложила. Короче, я, честно, не помню, люди ходят. Отвлеклась. Вот, я не знаю, я выложила, не выложила. Я не помню. Вроде бы я еще не выложила ее. А может, выложила. Короче, ребят, я не помню. Серьезно, простите. Но она будет в будущем. А сейчас, на самом деле, Зироза выпустила дебютный клип на Айда... Айда, сейчас могу неправильно прочитать. Айт инди? Типа, уходи, да? Что-то, короче, там, не знаю. Ну, по... Скажи мне. А, вот тут переводы за кадром, голос за кадром переводит. Эй, Тинди. Эй, Тинди, вот мне скажи мне переводится. Поэтому будем смотреть. Надеюсь, вам понравится, и мне тоже. И так, начнем. Сейчас я делаю вот так. И раз, два, три, поехали. Нет, не поехали. Раз, два, три, поехали. Она запутилась, почему второй раз она не включается. Надо начнем смотреть. Раз, два, три, поехали. Нифига на фигуру, блин. На что смотрю, девушка при виде другой девушки. Она красивая. Матур козы прям. Жанны Мэнсены. Мне тебя что? Таусылар төзімі Сұрамай тұрып жауабын Тағатсыздана күтеді Сұрағының жауабы жүректе Оған жауап берейін бірлікте Саған сонда ай мен күн Күнбейді Тинда! Ой,
легенда. Помогаю. Он быстро бегает, кажется. Не, он гений. Да? Так быстро смотреть? Да. Концовка, конечно, меня вообще убила. Не смогла я. Блин, знаете, если бы мне изменил парень, я бы там не только бита его побила, я бы вообще... Он бы просто через все семь кругов ада прошел бы у меня, если бы не больше. Вот такое я, да. Может, даже не через 7, а через 10. Я бы еще пытки устроила, чтобы не знала, что изменять это плохо. На самом деле, Зируза, конечно, себя очень показала. Вот это балапанчик, вот это просто отсылка просто к балаю, как понимаю, идет, да? Но на самом деле это очень клево получилось. Спасибо тебе большое, Зируза, за такой просто прекрасный клип. За все вот эти отсылки. Там я видела корейские иероглифы наверху. Такой, знаете, образ какой-то такой бешеный Харли Квинн, короче, даже, грубо говоря, если вот... Если честно, такая сучка. Именно образ такой вот, именно вот такой вот. Она шла вот такая вот, на все пофигу, типа вот. Ну, не знаю даже, какие эмоции, чувства должны быть тут, но вот она смогла реально. По клипу, по сюжету клипа она смогла эти эмоции реально передать. Мне это очень понравилось, спасибо тебе большое. Я знаю, что, возможно, ты даже мою реакцию можешь посмотреть. Поэтому, Зируза, я тебе просто огромное спасибо. Знай, тебя с России поддерживает одна девочка. Ты мне на самом деле очень сильно нравишься. Что хочу сказать. Насчет всего этого скандала с Зирусой и Бала и всеми остальными, там, это не обращайте внимания, это как бы, ну, всеми бывает, и на самом деле столько негатива лить не надо, это просто-напросто некрасиво. Насколько знаю, сегодня, завтра или когда-то там, не помню точно, Дворец Республики, вроде, если не ошибаюсь, будет дебютное выступление Зирусы. Может, уже оно, конечно, было, поэтому я надеюсь, вы ее там поддержали или поддержите. Спасибо большое, то, что вы вообще существуете, и то, что как бы есть фанаты Loyals. Loyals, я реально с вами, я не знаю, там, как показать сердечки, вот так могу показать. Спасибо, что вы вообще здесь, посмотрели мою реакцию, мне очень понравилось. На самом деле, насчет клипа ничего как бы говорить неохота, да, потому что было настолько все красиво сделано и хорошо, что просто комментарии тут реально излишни. Монтаж и съемка просто на высоте. Спасибо тем, кто это сделал, что, в принципе, всей съемочной группе большое спасибо. Буду заканчивать, не знаю, что еще сказать, но мне клип реально очень понравился. Надеюсь, вам тоже. Если вам понравился, ставьте лайки. Буду очень рада. Поддерживайте меня и дальше. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, спасибо, просто огромное спасибо. Рахмет. Поклонюсь вам в ноги когда-нибудь реально. Я вас очень сильно всех люблю. Спасибо, что поддерживаете. Пока!